вышли замуж, как правильно, мы женились с мужем, потом мы переехали в South Carolina, это прям совсем другой конец Америки, мы жили здесь, где я сейчас живу, мы переехали в South Carolina, и мне просто там было очень одиноко, и делать нечего, и мне там никогда не понравилось, поэтому мы через 2 года сюда переехали, но это другая история. Поэтому я начала делать видео на YouTube, потому что мне было очень